Доброе утро из Кремниевой долины, где каждый день я рассказываю об одной важной технологической новости. И, конечно, мы не могли с вами рано или поздно не дойти до чипирования. Поводом этому послужила новость от компании Илона Маска Neuralink. Они в своем блоге выложили такой промежуточный отчет, видео и рассказ о том, как их подопытная макака Пейджер играет на компьютере. Что произошло? Макаке был вживлен чип какое-то время назад. И сейчас на этом видео мы можем видеть, как сначала макака с помощью джойстика отправляет на экране компьютера в такие желтенькие квадратики точечки, справляется с этим, а в это время компьютер, программа специально расшифровывает, какие нейроимпульсы предшествуют движению лапы макаки влево-вправо, вверх-вниз. Ну а затем джойстик убирают совсем, и макака силой мысли играет в пинг-понг. Зрелище жутковатое. До понедельника. Всем хороших